мы с моей подругой Анькой дружим с раннего детства, так сказать, бок о бок росли. Обзавелись своими семьями, но общаться и дружить не перестаем. Историю, которую я вам расскажу, нам поведала мама Ани, когда в очередной раз я пришла в гости с дочкой к подруге. Мы пили чай и болтали о наших проблемах. Мама Ани была уже на пенсии, но чтобы не сидеть дома, она устроилась консьержкой в своем же подъезде. Засиделись мы в тот вечер у Ани, так как муж мой был в командировке. Домой особо торопиться незачем. С работы пришла Анина мама, Любовь Петровна. Мы сели втроем чаевничать. Время было примерно 9 вечера. За окном послышалась гроза и застучали капли дождя по окну. Время-то октябрьское. Я засобиралась домой. Хотела было встать из-за стола и позвать дочь Марусю, но меня остановила Любовь Петровна. «Ну и куда же вы в такую погоду? Да и поздно уже, не стоит с ребенком по потемкам ходить». Янька подхватила, мол, они никогда по-темному на улице стараются не появляться. В общем, решили остаться, тем более девочки в комнате задремали. Мне стало интересно, почему они стараются попасть домой по свету. Ведь мы давно общаемся, но почему-то я не замечала подобного. Спросила их об этом. Аня с мамой Любой переглянулись. И Любовь Петровна поведала мне вот такую историю. Дело было лет 30 назад. У меня сестра родная была, Марина. Мне было 22, а Марине 25. Обе уже были замужем. У меня годовалый Алешка, Аня тогда еще не было, а у Марины трехлетний Костя. Мы с мужем сразу переехали в отдельную квартиру, которую на свадьбу подарили его родители. А вот Маринке с мужем Ванькой пришлось по съемным помотаться. Но пришло время, когда наши с Санькой родители и родители Вани помогли финансами на квартиру. И они купили недорогую, небольшую двухкомнатную квартирку в приличном дворе, с вроде бы приличными соседями. Переехали, прожили примерно месяц. Затем познакомилась Маринка с соседкой дома напротив. Она часто приходила с ребенком на детскую площадку. Ее ребенок имел умственные отклонения. Это было заметно невооруженным взглядом. Но Маринка об этом не спрашивала соседку. Ее звали Марта. Лет ей было около 45. В общем, гуляли они так около 2 недель. А когда речь зашла о том, в каком доме и в каком подъезде живет Марина, собеседница от удивления даже речь замедлила. Маринка, конечно, это заметила и начала расспрашивать. А то давай спрашивать, в какой квартире. Ну, сестра взяла, да и выложила в какой. Марта совсем испугалась. И давай нести всякую ерунду про самоубийц из этой квартиры. Напугала она тогда Маринку до смерти. В квартире они с мужем ничего не замечали, жили спокойно, счастливо. Но после разговора с Мартой она стала себя изводить мыслями, а через некоторое время рассказала мужу. Уговаривала продать квартиру. Муж после недолгих уговоров согласился. Ведь психическое состояние у дрожащей супруги стояло под угрозой. И вот в очередной раз Марина с сыном пошли на детскую площадку. Конечно, встретились с Мартой и ее сыном. На этот раз мальчик сидел рядом с ней, в отличие от прежних дней, когда он играл с малышами в песочнице. Он сидел и смотрел то на Марину, то на Костю. Маринка тогда еще подумала, это, наверное, Марта разговаривала при ребенке о них. А ребенок все близко к сердцу принял. Сестра жаловалась соседке, что выставила квартиру на продажу, а покупателей нет. Говорила, что ей очень страшно в этой квартире, что она боится за Костика. Да тут еще муж должен со дня на день в командировку на неделю уехать, а там связи с ним совсем никакой не будет. Что делать, она не знала. Марта успокаивала соседку как могла, даже предложила, если будет совсем страшно, чтобы пришла с ребенком к ним ночевать, пока муж будет в отъезде. Поговорили и разошлись. Марина изводила себя мыслями и предположениями, в каком месте и как самоубийцы расправились с собой. Расспросы соседей в этом доме не увенчались успехом, так как жили практически все студенты, да съемщики командировочные. Дом их находился недалеко от вокзала, да и небольшой был, старой постройки, в 3 этажа, 3 подъезда, а на каждой площадке по 3 квартиры. Соответственно, спрашивать особо некого было. Люди менялись, и истории дома никто не знал, а молодежи подавно, их такие вещи вообще не интересовали. Маринка с семьей жила на 1-м этаже в 1-м подъезде. Окна их квартиры выходили во двор и на проезжую часть с другой стороны дома. Оттуда виднелся вокзал наискосок, напротив дома, через дорогу был небольшой продуктовый магазинчик,
а прямо напротив их окон была автобусная остановка. Как рассказывал Ваня, муж сестры, в квартире ничего странного и необычного не происходило. Было уютно и спокойно. Но ради спокойствия жены он согласился на переезд. Мне Марина тоже говорила, что не слышит и не видит ничего необычного. Просто находиться в этой квартире ей неуютно и страшно. Настал день отъезда Вани в командировку. Он пообещал, как только сделает все дела, сразу без задержки приедет домой. Предложил Марине пожить пока или у родителей, или у меня. Маринка сказала, если будет совсем страшно, тогда поживут они с сыном у родителей. С утра отправила мужа, ближе к обеду пошла с Костей на площадку. Встретила Марту. Она была одна. Сестра поинтересовалась, где же ее сын. Та перевела тему. Выглядела Марта печальной, несчастной. Рассказала, что от нее муж накануне ушел к ее подруге. Сказал, что ему надоело воспитывать больного ребенка, а другая родит ему здорового. Расплакалась Марта. Сестра на этот раз ее успокаивала. Марта предложила сегодня прийти к ней с ночевкой. Поболтать, поплакаться. Короче, девичник устроить. Конечно, Маринка согласилась. Надо же новую подругу поддержать, успокоить. Да и своими мыслями и переживаниями поделиться. На то мы порешали. Распрощались до вечера и разошлись. Марина в тот день позвонила мне. Рассказала, что собирается к подруге. В очередной раз поделилась со мной о своих переживаниях. Мы попрощались. Это был последний раз, когда я слышала свою сестру. Так как мы созванивались с ней не каждый день, пропажи сестры я не успела заметить. А через два дня приехал Ваня из командировки. Он быстро сделал свои дела и, как обещал жене, приехал раньше. Далее со слов Вани. Приехал я около 5 часов вечера, еще было светло на улице. Марины и Кости дома не было. Я подумал, что, наверное, в магазин вышли, скоро придут, и будет им сюрприз. Папка домой вернулся. Прошел примерно час, на улице почти темно. Ну, думаю, загуляли мои. И тут меня как обухом по голове ударило. Магазин же напротив нашего дома, много времени это не должно было занять. Я пошел к другому окну, который выходит во двор, на детскую площадку. Там никого. Конечно, ведь на улице уже темно, конец октября, да и мелкий дождик начинает накрапывать. Я вспомнил, что перед отъездом предложил Марине у родителей пожить или у сестры. Начал набирать родителям, те удивились, сказали, что нет ее у них, да и у сестры нет. Они только вчера виделись, и Марины у них тоже не было. В общем, всех поднял на ноги, все приехали. Паника, истерика, страх. Ни Марина, ни трехлетнего Костика. Вещи все на месте, сама сбежать не могла. Да и ни к чему ей это было. Все побежали на улицу искать, разбежались кто куда. Я вызвал милицию и пока ждал, чтобы не терять время, вышел из квартиры и пошел по ближайшим соседям. На нашей площадке жили в одной квартире 4 девушки, уже год. Студентки, приличные, доброжелательные, скромные. В другой квартире жильцы менялись каждый месяц. Я позвонил сначала студенткам, одна из них открыла. Я напомнил, что я являюсь их соседом и что живу тут с женой и маленьким ребенком. Рассказал о пропаже жены и сына. Спросил, может она что-то слышала или видела, или подруги ее что-то видели. Но она ничего не видела и не слышала, так как они с подругами только сегодня приехали от своих родителей после выходных. Расстроенный я, без особой надежды, позвонил в другую дверь на площадке. Мне открыл худенький, невысокого роста, в очках, приятной внешности молодой человек. Я повторил все то же, что и с предыдущей соседкой. Как только он услышал, что я сосед напротив, схватил меня за руки, силой втащил к себе в квартиру. Я даже очухаться не успел, как оказался за закрытой дверью соседа, который таращился на меня как умалишенный. И откуда только сила такая у худосочного парнишки? Я стою на него, смотрю, а он на меня. И оба молчим. Тут он шепотом начинает говорить. Видел я. Это было позавчера. И как раз домой приходил. Захожу в подъезд и слышу, кто-то шепотом разговаривает. Да не диалог, а будто это кто-то сам с собой говорит. Я тихонько остановился. Поднялся на пару ступенек, чтобы послушать. А вдруг там взломщики квартиру чистят? Но когда стал прислушиваться, понял, что голос женский. И шептала она непонятно что. Как только я не прислушивался. Затем начали стучать в дверь. Судя по расположению дверей, я понял, что стучат вам.
Стучит она, значит, и что-то приговаривает, уже не шепотом, а тихим голосом. А что приговаривает, так и непонятно, уж очень быстро говорила. Мне тогда стало страшновато, я хотел было уйти, дождаться, когда эта сумасшедшая выйдет из подъезда. Но потом подумал, а если она тут живет, я совсем не услышу, что она ушла, а подниматься и показываться ей на глаза не хотелось. Я спустился к подвалу вниз на пару ступеней, скрылся, так сказать, в темноте. Думаю, если будет спускаться, то не увидит меня. И дальше стал прислушиваться. А она все громче и громче стала говорить. И тут я понял, что она так быстро все время повторяла. «Открой, сучка, ты же обещала прийти. Мы вас ждем, а вы все не идете». И таким голосом неестественным, вроде как добрая интонация, а эти растягивания слов вообще выбили меня из равновесия. И тут я услышал стук, крик, и кто-то быстро промчался вниз по лестнице. Разглядеть я не мог, потому что на нижней площадке не было света. Свет попадал только с нашей площадки. И тишина. Я хотел выйти на улицу, посмотреть, что происходит, но подумал, что лучше ментов вызову. Когда я поднялся на нашу площадку, то почувствовал запах какой-то гнили. Мне совсем нехорошо стало. Позвонил в милицию, а там только посмеялись надо мной и сказали, что на психопаток они не выезжают. В дурку звони. Я закрылся и лег спать. А твою семью я так и не видел эти два дня. Может, испугались и перекантовываются где-то. Да и сумасшедшей, оказывается, в нашем подъезде нет. Я спрашивал у соседей, никто не знает. Я вцепился в него и начал трясти и спрашивать, как он мог мне помочь беззащитной женщине и ребенку. Из этого состояния меня вывела какая-то возня в подъезде. Я открыл дверь и увидел прибывший наряд милиции. Заставил соседа рассказать им все то же, что он только что мне рассказывал. И они составили протокол. И со словами «будем искать» удалились. Около полуночи все родственники разъехались, договорившись быть на связи. Я стал думать, кому она могла обещать прийти, кто мог ее так напугать и к чему это все привело. Перебрал всех наших знакомых, анализировал полночи. И только часам к 4 утра, выпив очередную чашку кофе, я вспомнил про новую подругу жены. Что делать? В такое время не пойдешь спрашивать. Женщина с ребенком, да еще и больным. Надо утра ждать. Чашка кофе не помогла, меня сморило сразу после этой мысли. Проснулся где-то в 9 часов утра я. Помчался в милицию, рассказал следователю о новой знакомой жены. Следователь отправился со мной, прихватив пару оперов. Я не знал, в какой она живет квартире, в курсе был только, в каком доме. Узнав у соседей, в какой квартире живет Марта, мы позвонили в дверь. Никто не открыл. Следователь принял решение вскрывать дверь. Как только дверь поддалась, мы тихонько приоткрыли ее, и нам в нос ударил запах тухлятины, грязи и запах паленого. А в квартире был кошмар. Все стены измазаны чем-то вроде грязи. Это я тогда так подумал. Из-за двери одной из комнат выглянул ребенок. Тот самый ребенок Марты. Когда выглядывал, были видны только его лоб и глаза. Но когда он вылез весь, мы четыре здоровые мужика потеряли дар речи, и нас парализовало от увиденного. Рот мальчика был весь в крови. Она стекала по подбородку, капала на пол. А он широко улыбался, неестественно широко, и облизывался неестественно длинным языком. И неуверенно приглашал жестом руки в комнату, из которой он вышел. Опера достали оружие и начали кричать «не с места» и все такое. Но существо будто не понимало их или не боялось. Один из оперов по рации успел вызвать подкрепление. Конечно, всем пришлось идти в ту комнату. Это был кошмар. Никогда не забуду то, что я видел. В комнате посередине стоял стол. Длинный, персон на 10-12. Во главе стола, лицом ко входной двери, сидела Марта. В таком же виде, что и ее сынишка. А на столе лежит Марина, в разрезанном состоянии. Я ее узнал только по одежде, потому что иначе определить, кто это было, невозможно. Тело было изуродовано до жути. А Марта сидела, пальцы облизывала и приговаривала. «Не открыла, сучка, сбежать вздумала, но я тебя догнала, ласточка моя». Говорила и мерзко смеялась. А пока мы наблюдали за Мартой, тот упыреныш швырнул одного из оперов вилкой в ногу. Крик опера вывел нас из ступора. Кто-то из них выстрелил гаденышу прямо в лоб. Он упал замертво.
Отвратительная улыбка с него так и не спала. А это как будто ничего не видела и не слышала. Дальше продолжала повторять свои слова и облизываться. Опера подошли к ней, подняли, одели наручники, еле скрутили втроем. А она смеется, прям заливается, слюни текут, глаза бешеные, волосы прежде всегда уложенные, теперь торчали в разные стороны. Ее вывели на лестничную площадку. Я остался в комнате, я был в шоке. Но где же Костя? Пробежав по всей квартире, облазив все углы, я не нашел никаких следов сына. Меня немного это успокоило. Появился шанс на то, что он жив. Через минут 10 приехало много людей в форме. Я уже плохо те моменты помню. Когда кто-то задавал вопросы, делались фотографии, приглашались понятые. Близких родственников посмотреть Марину не пустили. Зрелище могло убить сердечников. Это были страшные мгновения. Но я не имел права раскисать, представляя, какие муки пережила Марина и что сейчас с моим сыном. Костика нашли через 2 квартала от дома, спустя 3 часа после обнаружения Марины. Сидел на остановке и плакал. Где он был 3 суток, неизвестно и по сей день. Его привели соседки-студентки. Он был очень напуган. Рассказывать 3-летний мальчик ничего не мог. Благо на психику не повлияло, он просто был напуган. После долгих судебных тяжб Марту признали невменяемой и определили ей пожизненное лечение в психиатрической клинике для осужденных. Одни говорят, что после прибытия на место исполнения приговора в первую же ночь она исчезла и больше ее никто не видел, а другие уверены, что она до сих пор жива и здорова. Может, это только байки, но вряд ли кто-то стал проверять, ведь она очень опасна. Только уже с месяц стали пропадать люди. Это мне рассказывает моя подруга. У нее супруг в органах работает. Конечно, скорее всего, это никак не связано с тем происшествием. Но для меня и всех наших родственников страшнее этой женщины нет никого. Страшнее подобной смерти для нас нет.